Такой вопрос, почему одному мужчине легко с женщинами общаться, и он доверяет своему, чему он в этот момент доверяет? Не, не примешивай. Как не примешивай? Не о доверии речь. Как это не о доверии, а о чем? А о чем тут речь? О внутреннем состоянии. Ну что... так это и есть доверие. Это состояние доверия своей ценности. Хорошо, тогда в чем ты видишь ключ вот этого уверенного общения с девушкой? В понимании своей ценности, своей природы. Природы своей ценности. Ты понимаешь, что именно ты дашь женщине? Вот. Я об этом... Молодец! Ты такой там, пятерка. Давай дневник. О том, что это не нужда никогда. Ну ты что, конечно. Это как раз полное изобилие. Из нужды можно построить невротические отношения прекрасные. Со слезами, со страданиями. Это для тех, кто любит страдать. Для тех, кто любит сильные ощущения, да. Мы даем, мы дарим. Мы дарим свое присутствие. Дарим свое божественное присутствие. И готовы эту женщину сделать такой же... Такой же какой? Такой же наполненной. Ну как ее сделать? Если она пустая, что ты сделаешь? Почувствовать ей... себя такой же. Нет, просто увидеть в ней вот эту же наполненность, да, вот да, женщина. Да, 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 стоит прекрасная женщина, а мы такие, вы божественны, вы прекрасны, вы светоч. Как вы готовите это? Боже, да вы можете не готовить, вы можете просто тут лечь на пол и лежать, и вы все равно будете прекрасны. Ничего не требуется. Ничего не требуется, чтобы вам быть прекрасной. Вы уже... Муа. Заказ оплачен. Его даже можно уже не готовить. Да, да. Можете сказать, идите, вы, парни, вы уже поели. Мы даруем вам ваше бытие. Так же? Так же? Да, ты не очень уверен? Такой, что, правильно? Ну, интересно сверить с твоим. А, ну я понял. Рассказываю сам себе. Ну, интересно. Ну, насчет даруем. Ну, как бы я дарую себе свое бытие, да? И как следствие... Ну, смотри, ты мне подарил уже спички, подарил уже пилку. А, нихрена, это я все тебе подарил? Да, и ты даже не понял, как это произошло. А как было дело? Ты такой, можно я возьму? И я такой, так, бери, что хочешь. Или ты просто взял без... Димон. А, бери, что хочешь, и ты взял, да? Нифига ты красавчик. Все, выключай и пришли мне потом. Бля, сука.